не обсуждали, они также обсуждаются и по линии Министерства здравоохранения. Наш министр Вероника Игоревна Скворцова была здесь с визитом, общалась со своими коллегами. И сегодня мы отметили, что в целом переговоры над текстом меморандума завершены. Сейчас документ проходит межведомственное согласование на каждой стороне. И рассчитываем, что в ближайшее время он будет подписан. Это, конечно же, создаст дополнительные возможности для нашего взаимодействия в сфере биологической безопасности. Мы считаем эти контакты с нашими соседями, с нашими союзниками, партнерами весьма важной частью повестки дня в том, что касается вопросов безопасности в самом широком смысле слова. Есть конвенция по биологическому и токсинному оружию, которая запрещает разработку такого оружия. К сожалению, в этой конвенции в силу категорических возражений Соединенных Штатов нет верификационного механизма, как это происходит в большинстве других многосторонних документов. Мы многие годы пытаемся такой механизм все-таки создать, но американские коллеги предпочитают избегать такой договоренности и ведут дело к тому, чтобы по всему миру на двусторонней основе создавать лаборатории как бы под себя. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы в этой сфере у нас была с нашими союзниками, с Арменией, с другими партнерами полная и обоюдная транспарентность. В общем, об этом мы сегодня и говорили, и, как я понимаю, и, как я уже сказал, об этом и идет речь в меморандуме, который скоро, надеюсь, вступит в силу. Я со своей стороны добавлю, что вопрос биологической безопасности для Армении очень важный, и нам удалось за эти годы восстановить и укрепить наши возможности создания механизмов биологической безопасности, сотрудничая с разными партнерами. Да, в контексте формулировки вашего вопроса хочу переподтвердить то, что говорил Сергей Викторович. Вопрос касается взаимодействия, сотрудничества союзников Армении и России в области биологической безопасности достаточно более в широком контексте. И да, мы должны закончить процесс переговорный процесс или процесс завершения этих всех, значит, согласований. Пока это находится в процессе, конечно, трудно говорить больше об этом, но в целом этот документ тоже, в свою очередь, даст нам возможность консолидировать наши возможности, наш потенциал в области биологической безопасности в сотрудничестве с Россией, как это мы и делали и с другими партнерами. Вопрос касается в первую очередь нашей биологической безопасности. Спасибо.